Всем привет, ребята, с вами я, и сегодня мы будем делать очень прикольный эффект, мне кажется, так. Эффект молнии. Йоу, да, кстати, эффект молнии, это же прикольно, мне кажется, и давайте уже будем делать. Нажимаем, ну, для начала будем кидать файлы, то есть заходим туда, куда вам надо, где вы уже сделали примерно вот такую вот композицию. Мне было делать нечего, и у меня получилась такая вот фигня. Как я уже сказал, мне было делать нечего. И что вам посоветую? Да, посоветую сделать это получше, покачественнее. Ну ладно, окей. Не суть, короче. Мы нажимаем Wire. New Project. То есть New Solid. Вот. Color Black. 1280 на 720. Так, потом Black Solid. Нажимаем. Заходим в эффект. Generate Advanced Lighting. Advanced Lighting. Потом переносим наш курсор куда-нибудь. Ладно, не куда-нибудь, а где у вас уже руки появились. Да. Где у вас уже руки есть. Так, потом, если у вас не двигается вот эта вот штука, то есть она делается только вот так вот, нажимаем Advanced Lighting, да. И у вас вот такая вот штука появляется. Так, берем вот сюда вот, потом вот сюда вот. Потом, не пугайтесь, такого у вас не будет, а потом нажимаем Two-Way Strike. И у вас получается вот такая вот штучка, да. Так. Я думаю, пониже надо сделать, конечно. Ладно, так, не суть, короче, все, пофиг. Во, ладно, пофиг, короче, не суть, реально. Так, и нажимаем вот сюда, заходим в эффект. Вот здесь. А, нет. Никуда не заходим. Короче, здесь у вас есть такие вот два параметра. Знаем, здесь нажимаем, короче, на вот эту хрень. Да. Я не знаю, как это называется. Да. Ну и просто, пока у вас двигаются руки, вы просто делаете всякие манипуляции. Например, вот так вот. В итоге я вам потом покажу, что получится. Да, конечно, вообще можно супер дупер пупер сделать, но мне сейчас лень. Да, я ленивая жопа. Пара-па-па-пау. Короче, перетаскиваем вот эти вот штучки. Просто тупо перетаскиваем вот эти штучки. Видите, у меня поворачивается вот эта рука, я переворачиваю ее тоже. Вот эти штучки тоже поворачиваю. Пара-па-па-пау. Да, чувак, ты попал. Да, попал в кадр, ебать. Окей, не суть.
Конечно, можно это вообще по кадру делать, но где лень. Хотя, ну ладно, да, буду по кадру делать, а то как-то мощновато получается. И в конце, ребята, делаем вот так вот. Да. Вот так вот. Все. Мы сделали это. Так, теперь нажимаем файл. Так, create proxy, move. Чтобы у вас занимало меньше места, нажимаем custom. Нажимаем FLV. Качество почти что не меняется. Ну все, у вас говно качество. Да, оно не меняется. Так, и все, у вас получается вот такая вот штука. Да, прикольно, мне кажется, да. Если вам понравилось, ставьте лайк. Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.